приветик, девчонки! Ну что ж, сегодня у нас новая тренировка на бедра в домашних условиях. Мне кажется, что еще существуют упражнения, которые я вам не показала, или хотя бы некоторые вариации упражнений, уже обычных для вас, которые можно немножечко по-новому задействовать. Так что, если вы, как и я, любите работать над бедрами, над ягодицами, всей вашей нижней частью тела, то обязательно пробуйте эту тренировку, и давайте же скорее начнем. Итак, мы, конечно же, начинаем нашу тренировку с разминки. Проходите, пожалуйста, по ссылке, разминайте все ваше тело. Ну и для начала первое упражнение мы сделаем тоже разминочное, для того, чтобы растянуть наши бедра, наши связки и так далее. И оно будет очень-очень интересным, не таким обычным, как это бывает у меня раньше. Здесь самое главное почувствовать такт. То есть не сбиваться, если даже вы сбились, ничего страшного, просто выполняйте за мной и, главное, повыше поднимайте ножки. Итак, что я от вас хочу? Сначала мы с вами делаем раз, два, три и четыре. Нога идет как можно выше, здесь хорошо ее поднимайте высоко, примерно до параллели с полом. И затем мы ее опять ставим сюда и раз, два, три, четыре и пять. То есть одна нога идет высоко, потом вторая. И между этим вот такие небольшие прыжочки. Вы должны почувствовать такт, почувствовать это как будто это музыка какая-то, что ли, действительно. Поэтому поехали вместе со мной, делаем хотя бы 20 раз. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично! Это было неплохое кардио, если вы выполняли все в такт со мной. Ничего страшного, если вы сбивались. Я тоже миллион раз сбивалась перед тем, как сделать это упражнение, но оно классное. И оно, конечно, стоит того, чтобы его выполнять, потому что это отличный, опять же, кардио, разогрев и хорошо растягивает ваши бедра. Поехали, следующее упражнение. Ну что, я надеюсь, вы немножечко отдохнули, и мы переходим к следующему упражнению. У нас будет два подхода на каждую ножку, и два вида будет упражнения. Мы становимся в такое положение, немножко сгибаем колени, спинка у нас ровная, и взгляд направлен у нас перед собой. Ручки мы кладем накрест на одно колено, и у нас двигается в данном случае правая ножка. Отходит назад и сразу же к себе, назад, к себе, очень быстро. Два, три, четыре, пять, держим равновесие, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, еще 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, еще 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, быстрее, 26, 27, 28, 29, 30, к себе, опустили ноги, руки на пол, и еще раз, 2, 3, спина ровная, 4, 5, 6, взгляд вниз, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 17, 18, 19, 20, пятка, 21, 22, 23, 24, 25. Фух, к себе ножки встали ровно. Первый подход сделан. Нога болит, да, бедро уже затекло немножко. Я надеюсь, вы следите за тем, чтобы... Вот, пятка у нас не отрывалась, спина у нас ровная и взгляд направлен вниз. Поехали, то же самое уже на левую ножку. Встали, руки у нас на правую кладутся. И поехали, ножка. Раз, два, три, четыре, быстрей. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Руки вниз, поехали. Раз, два, три, пятка, 4,
5, 6, 7, 8, спина, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Фух, поставили ножки вместе и встаем. Отлично! Вроде бы ничего такого, но бедра уже почувствовались, да, я надеюсь. Немножко перевели дыхание, отдохнули и сразу же приступаем к следующему упражнению. Меньше отдыха. Нам нужно растянуть еще внутреннюю поверхность бедра и поехали, мы сейчас этим займемся. Мы делаем плавный выпад и скользим, как будто над стеной. Мы проползаем через забор на другую сторону, поехали. Сюда и прыжок на одной ноге. Сюда, ниже, прыжок. Ниже, 3, ниже, 4, 5, 6, 7, слишком высоко не прыгаем, 8, 9, 10, 11, 12, еще 13, медленнее, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И еще 5. Раз. 2. Ниже. 3. 4. 5. Фух, молодцы. Отдыхаем. Еще чуть-чуть, и мы приступим к гантелям. Они не зря здесь лежат. Дышим глубоко. Наверх. Вниз. Еще разок. И вниз. Так, для следующего упражнения мы уже с вами садимся на коврик. И сейчас мы будем работать над нашей внешней поверхностью бедра, зоной галифе и бицепсом бедра. Что самое главное для девушек, чтобы подтянуть ягодицы и, в общем-то, бедра. Мы садимся в такое положение. У нас тоже будет 2 подхода на каждую ножку. Руки у нас идут немножко в сторону. И сейчас у нас будет работать в данном случае левая нога. Правая у нас просто согнута под нами. Мы ее напрягаем и подняли. Мы ее подняли и не опускаем. Носок натягиваем. И когда мы ее натянули, мы ее уводим за себя. И в этой точке постарайтесь хлопнуть себя пяткой по ягодице. Конечно, у кого какая растяжка позволяет это, но хотя бы попробуйте дотянуться до ягодицы пяткой. И в этой точке у вас должен напрягаться бицепс бедра. Вот схватите себя сейчас за бедро и почувствуйте, как он напрягается. Опять перед собой, сзади себя. Щелкнули. Перед собой, назад. Старайтесь корпус слишком не шатать. И 4. Повторяем за мной. 5. Щелкаем. 6. Прям возьмите себя за бедро, но не помогайте. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ух, нога трясется. 14. 15, 16, 17, еще немножко, 18, 19 и последний перед собой и назад увели, 20. Фух, молодцы. Ну что, ноги чувствуются, да? Так, перекатываемся на другую сторону и то же самое повторяем уже правой ножкой. Сделали упор себе, можете сдержать себя за бедра или просто руки положить здесь как угодно, но я просто так чувствую. Вот главное, чувствуйте ту мышцу, над которой вы работаете, и тогда уже будет эффект. Так, поехали, натянули ногу, отводим назад, щелкаем. Раз, два, три, четыре, чувствуем бицепс бедра. Пять, шесть, семь, ногу не кладем на пол. 8, 9, 10, 11, еще 12, 13, 14, корпус не шатаем, 15, 16, натянули назад, 17, 18, и еще немножко, 19 и последние 20. Фух, молодцы, выставили ножки перед собой, потрясли немного. Фух, расслабили их.
И давайте теперь сделаем мое любимое упражнение. Это действительно мое любимое упражнение на бедра. На ту часть, где у нас как раз это галифе собирается, этот лишний жирочек ненавистный. Для этого я наконец-то возьму одну гантель. И мы ложимся с вами на бочок. У нас будет тоже два подхода. Одна нога остается под вами. Мы делаем упор на локоть. Следите, чтобы он не вот такой был, этот упор, не такой, а вот перпендикулярно полу. Смотрим мы перед собой. Работает у нас правая ножка. Мы кладем гантель на зону с вашим галифе, не на колено, не на талию. То есть вы должны чувствовать этот дополнительный вес, который вы поднимаете. Мы натягиваем носок, нога у нас тоже не касается пола. Если у вас нога коснулась, все, мышца расслабилась. В подвешенном состоянии у нас она всегда находится в напряжении. Мы поднимаем ножку не слишком высоко до того момента, пока вы чувствуете тоже свою мышцу. Затем делаем кружок по центру, опять наверх. Кружок, наверх, два, кружочек, три, кружочек и четыре, носок натянут, пять, поехали, шесть, семь, восемь, нога у нас не ложится на пол, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, еще немножко, 16, 17, 18, еще два, еще немножко. 19 и последний. Фу, и наверх. Фу. Ох, 20. О боже. Ноги уже при последних повторах, при последних упражнениях просто, фух, просто горят. Так, мы немножко отдыхаем. Немного потрясли опять ножками, чтобы их ослабить. И переходим уже ко второму подходу. Ложимся на другой бочок, следим за вашим плечом. И одна нога у нас согнута. Вторая, левая работает, да? Напрягаем носок и поехали. Кружок, наверх, не слишком высоко. Наверх, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. 9, носок натянут, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще чуть-чуть, 17, 18, 19 и последний раз. Фух, 20. Фух, отличное упражнение. После него я действительно чувствую, как у меня ноги болят, еще крепатура даже может быть. И последнее упражнение на сегодня будет у нас на бицепс бедра. Это моя недавняя такая находка, новинка. И я хочу, чтобы вы его обязательно попробовали. Для этого мне потребуется гантель. Мы будем работать на два подхода. Можно работать двумя ногами, но это сложнее, я вам скажу. Лучше работать по каждой ноге и акцентрировать внимание на каждой ноге по отдельности. Берем в одну гантель. Вторую сторону. Закладываем ее себе под это волшебное место, под коленку. И ложимся вот таким образом. И что мы делаем? Все очень просто. Поднимаем ножку. При этом старайтесь таз не отрывать. Вот эту часть, да? У нас поднимается нога за счет бицепса бедра. Видите, смотрите, он расслаблен. О, напрягаюсь. Сразу же видно, как он у меня напрягается. Вот этого мы как раз и добиваемся. Голову мы не поднимаем, да? Опять же. Ну что, поехали, сделаем 20 повторов на каждую ножку. Раз, подняли, опустили, не до конца. Два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10, еще 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 17, 18, 19, 20. Фух, отлично. Ягодицы тоже очень круто работают в этом упражнении. Итак, поменяли гантель на другую ножку. Вторая нога у нас просто лежит, не двигается. И поднимаем колено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, еще пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20. Фух. Убираем гантель, просто сбрасываем ее в сторону, отбросили, расставили ноги в стороны, коленки расставили, сложили ступни вместе, поднимаем теперь ноги, раз, руки в сторону, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. О, вот это было крутое, как говорится, добивочное упражнение, когда, во-первых, вы не ожидали этого, это еще вдвойне круче, но и когда уже бицепс бедра поработал с дополнительным весом, потом вы его сразу же убираете и делаете какое-то добивочное упражнение. Лучше этого просто не бывает, действительно. Ну что, девчонки, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее занятие. Обязательно добавляйте это видео в избранные, чтобы оно не потерялось. И добавляйте вообще эти тренировки, эти упражнения, может быть, отдельно или же этим же комплексом в программу ваших тренировок в домашних условиях, или же, возможно, вы этот комплекс выполняете в тренажерном зале. И обязательно пишите ваши впечатления, как вам нравится, не нравится, то есть, что бы вы хотели добавить в эти тренировки. Я всегда стараюсь прислушиваться к вашему мнению и стараюсь делать тренировки все лучше и эффективнее для вас. Ну а мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи и пока-пока!